Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы обсуждаете в рулетке? Чем вы здесь занимаетесь? Что вы обсуждаете в рулетке? Чем вы здесь занимаетесь? Обсуждать? Ну, блин, на самом деле тема как-то сами находится всегда. Что последнее обсуждали, например? Сегодня ничего. Ничего? Ну, я здесь обычно новости обсуждаю. Я не знаю, или вам это интересно? Какие? Ну, вот, например, отключение VPN. Вот хотят запретить VPN, чтобы никто не мог простить пользоваться. А вы уже опровергли эту информацию? Нет, с 1 марта уже ничего не опровергли. Наоборот, с 1 марта да, я видела эти новости, но уже опровергли. Нет, а где можно посмотреть, что это опровергли? Вот я сегодня читал, сказали, что с 1 марта Телеграм уже... Телеграм видел подтверждает. Сегодня. А кто это? Кто об этом сказал, что этого не будет? Какой-то тоже высший чин, не помню. Какой? Нет, никто ничего не опровергал, это будет действительно происходить. Больше скажу, что я склоняюсь к тому, что скоро и отрезанный от мира будет Россия. Все, к этому, быть, все к этому движется. Как вы к этому относитесь? Советский Союз 2.0, как это? Как вы думаете? Не скажу, что нейтрально, но и неплохо, и нехорошо. То есть, что Россия сама в этом виновата, что и не понимаю позицию тех, кто это все ввел, типа санкции. Так как я эстонка, я не могу рассуждать. Но вы в России находитесь? Вы эстонка, но живете в России, да? Я живу на 2 города. Я понимаю, но вы себя как идентифицируете, как на 2 города. Понимаете, да, друзья? И неплохо, и нехорошо. В случае чего можно уехать в Эстонию, например. Ну, это тоже такая позиция, в принципе, на сегодняшний момент. Как-то так. Привет. Привет. Здравствуйте. Музыкой увлекаетесь, да? Да, увлекаюсь. А вы? Ну, так, иногда. Вот я ходил недавно в консерваторию на Моцарта. Ну, я так, только начал познавать мир классической музыки. У меня вот есть CD-проигрыватель, я хочу сейчас на болванке сборник, так сказать, скачать. Вот мне Вагнер очень нравится, вот. Понятно. А что вам из Моцарта нравится? Из Моцарта? Да. Я не могу по симфониям сказать, точно не могу, извините. Понял. Я... Чем вам нравится Вагнер? Вагнер, у него в целом, типа, почему-то произведение как-то относится... к викингам как-то там. То есть там у него есть популярное произведение, это про валькирий, как-то оно, я точно не помню. Вот. И вот у него есть «Рагнарёк», это, по-моему, опера вообще, она там из 3 актов состоит. Вот, ну и просто она мне нравится какой-то, ну не то что динамикой, но в целом звучит круто, и все, я не знаю, мало что добавить можно. Понял. Какая еще музыка вам нравится из современных? Из современных? Да. Ну... Электронная музыка нравится, там, Aphex Twin, к примеру, но это из популярных просто из электронной музыки. Там Burial нравится, ну, там можно много уходить в конкретику какую-то, ну, Drum and Bass нравится. А российского Хип-хоп. Производства что нравится? Российского? Ну, не знаю, но есть какие-то рэперы прикольные, но мне, я мало слушаю такого. Вот. То есть вам вот... нравится больше западная, да, культура? Ну, да, да. А ну, у нас в России как-то... В чем отличие вот, принципиальное? Почему вот вам нравится больше западная культура? Что в этой культуре есть такого, чего нет в российской? Да нельзя сказать такого, что есть там что-то, чего здесь нету. Просто здесь, на Западе, как будто бы по-другому воспринимается все. Там может быть какой-то... Просто у нас... В России так получается, что у нас востребована та музыка, которая популярна на данный момент. А там может быть какой-то на Западе какой-то музыкант, который конкретно делает в своем жанре, и при этом он пользуется каким-то успехом. У него есть какая-то фан-база, которая его кормит. Там покупает его мерч, ходит на какие-то его выступления. И просто прослушиваем, получает достаточно денег, чтобы как-то содержать себя и, возможно, свою семью. То есть у нас мало примеров популярных электронных, ну, в электронной музыке артистов, которые у нас именно в России популярны, и российская аудитория их кормит. То есть только какие-то западные примеры я назвать могу. Знаете, почему вы можете сказать,
Знаете почему? Вот вы сейчас сказали, что, ну, в принципе, я услышал, что вы сказали. Почему так происходит, что, как правило, музыка вот нравится людям, вот западная, если брать Америка, Великобритания, да, и так далее. Именно потому, что в музыке, и не только в музыке, важно быть первым, а не единственным. То есть ты можешь быть похожим на кого-то, но если ты не первый, то этот первый все равно он будет тот, который будет давать этот тон всем остальным. Вот, например, есть много музыки, которая выходит из Великобритании или Соединенных Штатов Америки, потом она доходит до России, и в России уже начинают, в принципе, копировать. И это уже идет копия. И не только это касается музыки, это касается всего. И, как правило, эта копия намного хуже, чем оригинал. Тем более, если вы смотрите с позиции записи, например, вот вы сказали drum and bass, да, например, или какие-то лупы барабанные, или звуки, весь инструмент и так далее, это все тоже идет из западной культуры, потому что... В России это, в принципе, не умеют делать. Но в России что делают, то учились копировать. Вот в Китае тоже много чего копируют. Я бы не сказал, что они именно копируют. Я бы сказал, что у нас люди вдохновляются и интерпретируют. Круто причем. У нас люди умеют клипы снимать круто. И причем они не полностью копируют, они добавляют что-то свое. Какая-то тоже аутентика тоже в этом присутствует. И они просто вдохновляются. Нельзя сказать, что они просто в такую копируют. Люди, которые в такую копируют, они пользуются успехом каким-то определенным у нас в России. И можно... То же самое сказать про рэперов, можно про электронных каких-то музыкантов. Но у нас тоже есть люди талантливые, которые на Западе тоже популярны. У меня есть знакомый, у которого... Кто популярный есть лично... на Западе? Назовите, ну, мне, есть... назовите мне российское имя мирового значения. Мирового значения? Ну, если это не касается классической музыки, а просто будем говорить про мировое... Ну, не знаю, в свое время группа Тату была популярна на мировом уровне. Это... называется группа двух песен. Это не популярность, это не мировое значение. Я говорю такие имена, как Майкл Джексон, например, да, AC/DC, например, Кристина Агюлера, например, да, и так далее. То есть много разных имен есть, или английских, или американских, которые что-то сделали, после чего весь мир их знает. Тату это была группа, потому что... Да, в Тату это была группа, которая появилась, она делала какие-то вещи на сцене, которые были провокационные, скажем так, и за счет этого. То есть сыграл... Сыграла большую роль маркетинг именно, а не то, что делали. Потому что есть группы в России, скажем так, не менее талантливые, чем Тату, но при этом их вообще никто не знал. Поэтому это пример некорректный. Именно потому, что Россия занимается copy-paste. Причем во всем. Вот вы берете любой трек, какой-то классный, про который вы говорите, вот это крутой трек, да, россияне сделали. Слушайте его, и вы там находите, что это все равно западная культура. Это все взято откуда-то. Это не свое. Ну, проблема еще в России именно в слушателях, потому что слушатели, они напрямую влияют на создателей, на креаторов. Вот. И из-за того, что у нас очень редко когда воспринимают именно артистов, которые самобытные и мало на кого похожи, вот там, не знаю, вот есть популярный... Не, ладно, не будем к этому примеру уходить. Но в целом просто у нас культура потребления, она другая немного. У нас, а кто культуру несет? Вот вы начинали с Вагнера, с Моцарта, да? Смотрите, если что-то сделано талантливо, да, и человек, который что-то дает частицу себя в культуре, ну, в культуру, да, в любой страны, то через какое-то время это уже становится именем нарицательным, и люди воспринимают это по-другому. Потому что, как правило, человек среднестатистический, он все новое сначала отвергает. Берет какое-то время, когда какая-то, условная элита это принимает, показывает другим, и тогда человек говорит, вот классно. Да. Вот я вам скажу пример. В России очень много, я не знаю, ли вы знакомы хорошо с музыкой, очень много в минорной тональности пишется. И если кто-то создает какой-то трек в мажорной тональности, она редко когда пользуется успехом. Потому что у человека так воспринимается ухо, вот в российской действительности, что мажорная тональность воспринимается с западной культуры. А российская музыка, она более минорная, и много, скажем так, музыкантов и композиторов, и песенников, скажем так, хотели создать что-то в мажорной тональности, и редко кому это удавалось. Вот, например, есть такой Леонид Агутин, у него иногда получалось это. А если брать вот в общем, это не получалось. Понимаете, да, о чем я? Поэтому я говорю, что не общество дает культуре задание, говорит, сделай что-то, а мы будем смотреть, понравится или нет. Нет, это кто-то рождается, что-то создает, дает это новое в общество, и через какое-то время это общество начинает... Да, и через какое-то время это общество воспринимает. И им кажется, что это всегда им нравилось, им кажется, что это всегда было круто и классно и так далее. Здравствуйте. Привет. Здравия. Здорово. Почему как в балаклаве?
Спасибо, не жалуюсь, как у вас. Потому что я сейчас в России, и, как видите... Понял. А, вы сейчас в России находитесь? Кубань. Кубань? Краснодарский край. Понятно. А сами вы откуда? Ну, я украинец. А, из какого региона Украины? Ну, мама, вот Донецк, папа с Крыму. Мы сейчас в Краснодаре. Понятно. У меня просто программа показывает, что вы находитесь в Англии сейчас. Это прокси. Угу. И не хочу, чтобы люди поняли, где я. Потому что ну, я в России, я люблю Украину. Понятно. Ну, давайте будем считать, что я вам поверил. Хорошо, тогда какие темы вы обсуждаете? Может быть, что-то обсудим интересное? Ну, вы сейчас где? Соединенные Штаты Америки. Америки, да? Как там? Нормально. Понятно. А там дорого или нет? Дорого? Ну, все относительно. Смотря что дорого и где дорого, в каких штатах, в каких городах. И кто, и кто сколько зарабатывает. Поэтому все относительно. А вы где вы? В каком штате? Штат Аризона. 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 А там сколько людей заработают? Зарабатывают? Да. Ну, средняя зарплата в Соединенных Штатах Америки, вот если брать в общем, 50 тысяч в год. А, понятно. Ну, вот это неплохо. Ну, это неплохо, да. Но это хорошая страна. Мне, в принципе, и Великобритания тоже нравится, как страна. Я не в Великобритании, то я никогда не был. Ну, вот у вас есть акцент. Вы когда общаетесь со мной по-русски, у вас есть акцент. То есть видно, что русский язык не ваш первый язык. Do you speak English? Little bit. Путин хуйло, блин. Я понял. The ruble was $1 to 100 better. Да, а какие еще языки вы знаете, кроме... Украинский. А, можно спекуваться в польский. Польский знаю. То есть вы да. Поляк сами, вы из Польши или как? Не, я просто знаю. Мой друг от Польши, и я с ним общаюсь по-польски. Зрозуміло. Але ми можемо спілкуватися українською мовою. Ви мене розумієте? Даваємо. Ти сам з України, так? Сам з України, але 30 років я живу в Сполучених Штатах Америки. Розумію. А ви з якого міста були? Місто Київ. Київ, окей. Там як було взагалі? Все добре. Але це було 30 років тому. Я був в Україні в 2017 році та 2018. Мені дуже сподобалось. Зрозумів. Ну, я не був технічно в Україні вже скільки? 10 років майже. Чи вже 10 років? Так, 10 років майже, так. 9 років і 11 місяців. Ну, пиздец. То, ну що, давай. Добре. Я до русських буду тролити. Давай. Добре. До побачення. Показано, що він знаходиться в Великобританії, хоча він по-англійськи теж плохо говорить. Я думаю, скоріше всього, що він із Польщі. Але знаходиться зараз где-то в Великобританії, где-то в Європі. Тому як-то так. Напишите, друзья, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я вам, как всегда, всем желаю добра, любви, счастья, благополучия, понимания, скорейшей победы и мира. И мы с вами скоро увидимся. Пока.